Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я подобрал 10 инструментов с AliExpress, которые вам точно понравятся. Все ссылки, как всегда, вы найдете внизу в описании. А если вам что-то понравится и вы захотите приобрести, не забудьте вернуть часть денег при помощи кэшбэк-сервиса EPN от 7 до 18%. Ссылку на кэшбэк оставлю также внизу под видео. Поддержите меня и поставьте лайк, ведь я стараюсь для вас, делая новые подборки каждый день. А для тех, кто досмотрит видео до конца, будет конкурс. Итак, поехали! Набор для выкручивания сломанных винтов, болтов или шпилек, не повреждая отверстия. Закручивается против часовой стрелки, размера от 3 до 18 мм. Сделаны из твердого сплава стали. Хранятся в пластиковом футляре, а стоимость всего 180 рублей. Двухсторонний эластичный коврик для резки. Поможет предотвратить ваш рабочий стол от царапин. Размер 300 на 220 и толщина 3 мм. Имеет различную разлиновку, которая поможет вам точно без разметки отрезать нужный элемент. Цена 480 рублей. Резиновый молоток с алюминиевым пером и с 9 различными резиновыми головками. Поможет вам самостоятельно высушить поврежденный участок металла или же наоборот, сделать какое-нибудь произведение искусства. Цена молоточка 700 рублей. Клин из высококачественной стали. Подходит для того, чтобы разделить твердый камень, гранит, бетон в определенном месте. Стоимость 190 рублей. Насос клин можно использовать для открывания чего-либо, например, автомобильной двери, а также для поднятия тяжелых предметов. Например, двери в одно лицо на небольшую высоту для ювелирной точности разметки расположения петель. Клинов очень большое разнообразие, ну а этот самый топовый по продаже и стоит 285 рублей. Насадка на дрель может быть использована как под прямым углом, то есть вертикально, так и под угловым положением до 45 градусов. Основание не скользит, а глубину сверления можно регулировать. Цена 2200 рублей. Калибровочный круг. В основном используют электрики для определения сечения проводов, таких как медь, алюминий. Цена вопроса 460 рублей. Паяльник с автоматической подачей олова, номинальный диаметр которого может быть от 0,8 до 2,3 мм. Работает от напряжения 220 вольт и мощностью 60 ватт. С таким пистолетом работать намного проще, а цена 750 рублей. А это комплект из 4 сверел, которые с легкостью сделают для вас пробки или в простонародье чопики для скрепления между собой деревянных деталей без применения гвоздей или шурупов. Стоит 360 рублей. Проволока из молибдена. Это такой очень прочный металл, толщиной 0,8 мм. Подход для резки и снятия чека экранов. Для удобства имеются две ручки. А длина этой проволоки 100 метров. Я думаю, с помощью ее можно с легкостью нарезать сыр. А как считаете вы, что можно еще? Напишите в комментариях под этим видео. А стоимость ее составляет 233 рубля. А теперь я разыграю 200 рублей на счет мобильного или же на кошелек WebMoney. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписчиком моего канала. Результаты будут подведены через неделю в подборке товаров из Китая в описании под роликом. Участвуйте, так как есть шанс, что именно вы, да вы, станете победителем. На этом на сегодня все, а вам я желаю удачи и хорошего настроения.